Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Юрмале, в Майоре, и начнем свою прогулку от черепахи и от отеля Baltic Beach. Сегодня не солнечно, тучки на небе, 19 градусов тепла, море 18 градусов. Очень хорошая погода для прогулки. Вот мы ее и совершим. Вот такие облака красивые над морем, волны на море. Некоторые люди купаются. Здесь проложен деревянный настил и освещение. Вечером здесь освещается эта дорожка. Можно спокойно гулять вдоль моря. Вот знаменитая черепаха. А сейчас будем идти в сторону Йомас. Вот мы подошли к станции Майоре. Здесь железная дорога очень близко подходит к реке Лелупе. Около станции находится памятник Лачплисис побеждает дракона. Здесь очень красивый сквер, высажены цветочки. И вот очень интересная скамейка сделана с чайками. Пять чаек заняли скамейку. А вот там начинается улица Йомас. Интересный фонтан установлен недалеко от начала Йомас. Аспазия и Райниса. Доска. Это Юрмальский культурный центр. Это эстрада. Здесь проходят праздники, когда выступают артисты. Вот такая красивая клумба тоже организована.
Вот еще одна скамейка с чайками. И здесь 4 около культурного центра Майори. Сегодня рабочий день, но народу много на Йомас. Здесь работают ресторанчики, кафе, магазинчики. Народ просто прогуливается. Вот этот дом 910 года построен. А это местный базарчик. Рыбушку почитать. Дайте мне еще стаканчик. А, еще стаканчик? Да. Две маленькие заплатили. Да, надо будет взять. Да. И сейчас еще стаканчик. 4 евро. Сразу видно, миллионер. Тогда берите еще маленький стаканчик. Девушка, а он вам не признается, что он миллионер. Это я его раскусил. Дядя, пожалуйста. Ну, что ему нужно? Почему? Ну, я просто болтаю. Гостиница Юрмала. Мороженое можно купить. 11 августа будет концерт Раймонда Пауза и Имонта Зедониса в концертном зале Дзинтере. Интересный ресторанчик называется «Веранда». Магазин «Латвия с бальзамс». Производство рижского бальзама. Это фирма, которая производит алкоголь. Фирменный магазин в Латвии. Много магазинчиков, конечно, закрыты и разорились, наверное, так как у нас пандемия и много было всего закрыто. Сейчас понемножку стало открываться, ну, наверное, не выдержали. Работает несколько киосков с сувенирами. Здесь с янтарем. Янтарь. Цены вот такие. А вот здесь сладости. Здравствуйте, можете попробовать. Здесь петушки, да? Как это раньше делали. Это петушки сами делаем без всяких добавок. А это миндаль мы здесь готовим. Это сладкий со специями. Да, сейчас я попробую, спасибо. А это миндаль не сладкий. Попробуйте этот. Он будет с морской солью, луком, чесноком. Он очень вкусный будет. Вот тут сухарики будут, только вместо хлебушка там орешек. Очень красиво. Еще вкусный. Да, здесь сладкий. Мы готовим сладенький на месте. Вот хозяйка дала, угостила меня орешками, очень вкусные. Есть соленые, есть сладкие. Вот. 5D кино. Я, правда, там не была, но что-то новенькое здесь уже. Здесь мороженое продается, тоже сладости. Вафли. Самодельные, попкорн. А здесь ручной труд. Шапочки навязанные различные для детей и для взрослых. И посмотрите, какая красота. В конце Йомас стоит храм православный. Его недавно восстановили. Он открыт. И посмотрите, какая красота. Как он величественно стоит в конце Йомас. Мы подойдем поближе к нему, конечно.
мы поближе подойдем. Но в храме нельзя фотографировать, поэтому мы туда не пройдем. Очень красивый, такой ажурный. Еще немножко вида вам храма. Какой чудесный восстановленный храм. А это знаменитый глобус Юрмалы. И вот по этой улице, если вперед пройти, будет концертный зал Дзинтари и выход к морю. На этом я заканчиваю свою прогулку по Йомас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Ирина. До свидания.